Самаре продолжается месячник по благоустройству, озеленению и улучшению города. Среди запланированных работ – создание цветников по всей областной столице. Цветочное и ландшафтное оформление городской среды – одна из основных целей муниципальной программы «Цветущий город». С 2016 года, когда началась ее реализация, общая площадь локаций, на которых высажены декоративные культуры, увеличилась почти в два раза. Так планируется, что в 2024 году почти 39 тысяч квадратных метров городских объектов будут задекорированы цветами. По всей территории города высадят более 1 300 000 штук однолетних цветов, а осенью традиционно более 120 тысяч луковиц-тюльпанов. В муниципальных теплицах рассаду начинают готовить еще зимой. В оранжереях выращивают около 40 видов растений. Среди них большинство отлично зарекомендовали себя в климатических условиях города. Например, тагетис, виола и бегония. При этом каждый год выращивают новые виды цветов, чтобы посмотреть, как они приживутся в грунте. Каждый год мы выращиваем новые сорта петунии и разного цвета. Это от белых до пурпурных, красных, с оттенками, это с такими штрихами на цветах. Ну, много. В этом сезоне можно будет полюбоваться и махровой пеларгонией, которая при каскадном оформлении дает красивые цветущие петли. За цветочной рассадой следят в теплицах спецремстрой Зеленхоза. Опытные цветоводы знают, какой уход нужен каждому ростку. Температура, солнце, влага, вовремя полив. В общем-то, ничего такого особенного. Самое главное – вовремя посадить, высадить. И, конечно, уход. Но, конечно, вовремя полив – это очень важно для цветка, для любого. После высадки в грунт за растениями продолжат ухаживать. После высадки будет производиться регулярный полив, прополка по мере необходимости, удаление отцветших цветоносов. При необходимости клумбы будут обновлять, подсаживать новые цветы. Особое внимание будут уделять озеленению туристических маршрутов. Здесь общая площадь цветников составит 6300 квадратных метров, в том числе около 220 кашпо. На улице Ленинградской появится 1000 квадратных метров декоративных растений. В этом году также запланировано высадить несколько цветочных композиций, посвященных Великой Отечественной войне. Сейчас разрабатываются эскизы клумб. Они появятся на улицах, как только позволят погодные условия. Специалисты также отметили, что в текущем сезоне будет высажено на 20% больше кан. Традиционно первыми вестниками весны станут тюльпаны, посаженные в 2023 году. Они взойдут на площади 2,5 квадратных метров. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров, События.